Окей, погнали тогда. Так. Мия прибирается сквозь груды обломков и находит лежащего на земле Итана. Его утаскивает какой-то огромный черный сгусток. Чтобы спасти Итана, Мия проникает на погибший корабль. А, так здесь есть кнопка. Но она, блядь. Касцена все равно... Ой, загрузка все равно прерывается, даже несмотря на эту кнопку. Я уже забыл, где я нахожусь, и что мне делать надо. Починить лифт. Достать пулемет. Пулемет, по-моему, на этаж выше. Если я правильно помню. Вы отперли этого. Он, короче, на четвертом этаже. В кабинете у капитана вроде. Если я правильно все помню. Блин, закрыто, значит, надо через лифт лезть. А, нет, стоп, он на этом вроде этаже, кажется. Да, нет, нет. Сейф есть, чё? Да, четвертый этаж, вроде как. Не знаю, ВД-шка, если побрызгать, там нормально будет. Пошли глянем. Че нет? What a three. А там лежал пустой ящик. Я чекал его вчера, по-моему. Блядь, чего? Это, блядь, сюрприз. То есть мне ключ нахуй нужен от этого. А что, дверь внутрь не открывается, что ли? Бля, мужик, открой дверь. Get out of here, man. Shit, fuck. Кабель накрылся, у нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Придется тебе попросить этот кабель у доктора Уодала. Мне срочно надо во второе машинное отделение, но для этого надо сначала починить эту штуку. Кабель на третьем этаже, да? Это первый. На первом ходит зомбак, я знаю. Ладно, давайте посмотрим, что там есть. Сдохну так сдохну. Я ничего пока не подобрал. Так.
talking. Сохранимся. В новой ячейке. Складское помещение. Вот в комнату отдыха я смогу с ВДшкой пройти, да, тут помечено. Жать надо, в принципе. Тут где-то зомбак ползает, и... Не понимаю, где... Серьезно? Зачем? Интересно, откуда на этом корабле какие-то самодельные бомбы наделаны, их причем много очень. Где логика-то, Светлана? Ну я бы не сказал, что это сегмент хуёвый, если честно. Типа, здесь хоть пострелять дают, потому что первую часть игры ты вообще ничего не делал, считай. Они в проемах дверных, когда валяются вот так вот. Пусто, что ли? Ничего нету. Визо. Я это не приемлю. Да ну, я бы не сказал. Блин. Я бы не сказал. Просто тут врагов много, вот и все. Как бы в основной игре, ну то есть в особняке, там место этими детьми плесени были примерно подвал. Ну и там они, это в подвале, по-моему, только они спавнились бесконечно. Плюс в самом особняке их там разы, ну просто так по скрипту ставили и все. Ты их убивал, типа, и шел мимо. А здесь их на тебя их прям сбрасывают кучами. Че, ничего нету, что ли? Я слышал мнение, что типа людям не нравится это место, потому что здесь стрелять типа до хера надо. Ну, я не знаю, это, по-моему, херня. Дорогая Дженнет, ну как дела? Наверное, пройдет полгода, пока ты получишь это письмо. Здесь такая скукота, каждый день одно и то же. А за бортом лишь море. Хотя нет, кое-что изменилось. На этот раз у нас на борту несколько пассажиров, что здесь большая редкость. Это супружеская чета с маленькой девочкой.
Наверное, дальние родственники капитана, представляешь, путешествуют на танкере. Наверное, денег нету. Я пытался поговорить с девчонкой, с девочкой, но ее отец так злобно на меня посмотрел. Интересно, чего он боится. Кстати, капитан сказал, что у него вообще нету родственников. Может, зря об этом так много думаю, скучаю по тебе. Целую, чем? То есть они еще и плыли на каком-то левом вообще корабле под прикрытием или что? Ну, блять, понятно. Просто погубили людей ни за чё. Нам уже не спастись, но я хотя бы расскажу миру о том, что здесь произошло. Я вернулся с ночной вахты и отсыпался в кубрике. Было около полудня. Будучи в полусне, я услышал смех ребенка, маленькой девочки. Или, может, не почудилось. В 19.30 меня разбудил какой-то шум в коридоре. Тут вошел Дрю. Один из механиков сказал, что внизу что-то происходит. Возможно, это бунт. Он был очень бледный. Он сказал, что пойдет и все разузнает. Ушел и не вернулся. Наверное, было 19.50, когда раздался ужасный вопль. Я пошел на разведку в прачечную и увидел, как какое-то черное чудовище пожирает Кларка. Оно повернулось и направилось ко мне огромное, зубами, как у акулы. Я завизжал, убежал. Теперь сижу, съежившись в кубрике, трясусь и пишу эту записку. В коридорах полным-полно этих тварей. До сих пор то и дело раздаются вопли, но я ни за что не выйду. Завершаю свое послание. Я рассказал все, что мне известно. Джованни Финетти. Ну так, Кубрик. Well. Look what we got here. В складском помещении еще не был. Так, тут ползающая хуйня где-то есть. Да не дохуя. Это было быстро. О, еще один, блядь. Бабах, блядь. Вообще тут есть ачивка, типа, прикрепить бомбу к врагу и взорвать ее. Но я сейчас же вроде прикрепил или на землю, скорее всего, поставил. Видишь, проблема этой секции в том, что у тебя, по сути, все, весь твой хабр забирают, который ты копил. Можно было... Я бы знал, я бы вообще там все использовал. У меня реально там столько ресурсов осталось. Непотраченных. Fucking nothing. На этом этаже все обшмонал, кажется. Лифт. В чем прикол?
бабы сила титаническая просто. Несмотря на то, что она от вируса излечилась. А смысл, блядь, я не понимаю. Если я сейчас воткну эту хрень туда, то я не смогу ее использовать в других местах. Может, на лифт как-то удастся зайти. Надеюсь, тут зомбаки не спавнятся, тут было бы вообще грустно. Сюда залезть можно. Ладно, туда полезли. Это сейф. Это то, что я хочу видеть, ребята. Теперь мне нужен, короче, кабель. Он на третьем этаже. То есть мне еще надо на этаж выше подняться. Ну, видишь, как у меня вышло. Я смог через этот лифт пролезть, так что мне норм. Тут дверь можно не открывать было. Блять, нельзя поставить на него почему-то. Как они башкой своей вертят. Хрен попадешь. Блять, ты что, неуязвимый, что ли? Куда ползал? Сдох. Ясно. Они его грели, что ли? Туда только с ВДХ можно проникнуть. Ни хрена себе, 16 лет прошло. Ой, бля, я не знаю, в следующем году, возможно. У них, короче, какие-то планы есть на этот год. По резику что-то должно выйти, помимо ремейка, это точно. Но вроде как не восьмая, но я могу ошибаться. Разворотило. Ой, так у меня есть одна уже. Еще, ё-моё, а чё я не трачу-то? Вот я дурак. Надо сумку почаще открывать. Я, блядь, надо было ту комнату сначала досматривать, уже идти дальше. Ключ от шкафа, вот оно. То, что мне надо. Чтобы заполучить автомейт. Thank you.
Четко, четко. За дверью что-то есть. Нет. Это пазл, что ли? С этими картинами. Ну да, тут лампы над ними висят, все какие-то проводки. Вау! Просто мозговыносящая загадка. Отлично. Так, а тут можно сохраниться еще сходить, кстати. Жаль, мини-карты нету. Это было бы просто идеально. Кстати, не помню, во второй части была мини-карта, ты не помнишь сама? Сейчас чихну. Чуть не туда меня занесло, да? Надо было на этаж выше. Корабль просто выглядит маленько однообразно. Так я бы не сказал, что это плохое место какое-то. Мне нравится. Во время особняка ты там очень мало, по сути, стреляешь. То есть, ну... Поэтому у тебя патронов дохерища скапливается. Не знаю, может быть, на Мэдхаусе как-то будет это все посложнее. Ну, вообще, да, я смотрел вроде таблицы с ХП, и там в два раза, по-моему, больше здоровья у мобов. Чем на нормале. Странно, что, кстати, нормал закрыт. Ой, в смысле, что Мэдхаус закрыт. Хотя, там, понятно, же предметы меняются. Понятно, почему закрыт. Все-таки они тут, блядь, спавнятся.
It's fine. Okay. Ну что? У меня из... Так, погоди, на третьем этаже... Да, на третьем... Ага, понятно. На третьем этаже лежит... Кабель. И как раз это, по-моему, единственный этаж, который я еще не ошманал. Меня на второй выкинуло. А, о! Третий этаж. Ты чё, лезь давай. Сохранимся и пойдем. За прохождение, наверное, у меня С будет. Я столько раз сохранился уже. Да и по времени много прошло. Кстати, спидран, по-моему, за 3 часа надо делать для достижения. Но я не буду этим заниматься. Что-то вообще желание. Там DLC еще потом за Крисом есть. Потом, может, куплю Season Pass еще и пройду остальные DLC. Даже не пишет, закрыто или нет, но просто, блядь, как декорация. Мне нравится, танкер тупо затонул тут, блядь. И вообще ни полиции, никого нет, он просто лежит здесь. Ничего, блядь, никакого расследования не было, нифига. Вроде не секретный какой-то, судя по всему. Раз девчонку здесь везли под прикрытием, я так понял. Мне кажется, из этой двери потом вырвется бабайка. А, да? Я не знал. Или ты предполагаешь, типа? Мне кажется, Крис уже тут будет зачистку какую-то. Ебать, там жирный бой! Фэтбой МС! Взорвал. Стил кикер. Блять! Второй раз меня они зацепили. Чё у неё? Не понять, да, сколько хп осталось? Ну, я что-то думаю, что не очень много. Эй, ну я думал, здесь за дверью что-то будет. Nope. Nothing.
принципе, мне надо в лифт. Интересно, в каком тут месте отмычка лежит? Почему эта дверь не работает? Тоже вопрос у меня. Зачем мне столько, кстати, антикоррозийных веществ этих, учитывая, что я уже все открыл. Все дверки открыл, по-моему. Бля, тут грузовой. Тут что еще творится-то? Блядь. Че, говорят, тут врагов, типа разновидностей врагов мало. Насекомые всякие есть. Зомби обычные, там, зомби с огромной рукой, как я его драчу называю. Потом зомби ползучий, типа ликера. Вот жиробас, мне кажется, тут типа врагов хватает вполне. Понятно мне. Где тут лифт выезжает? А, мне в подвал надо, блин. Ладно. Подвал это С2 же. Итан. Кстати, тут две концовки, судя по ачивкам, мне кажется, они зависят от того, какую ты бабу выберешь. Мне кажется, если выберешь Зои, то там будет сразу финал. У меня такое ощущение. Дардо. А, фак. Да, мне, кстати, тоже интересно это это блевотный мальчик. Эу. Yeah.
бомбы это круто, но они кончаются. Она осталась. К сожалению. Сейчас бомбы будут. Наверняка. Монета? What? Засуньте себе ее в очко. Че она стонет-то, я не пойму. Здорово, блядь. Итан. 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 Пучков? I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped you. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl Evelyn, she did this. What the hell is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her. They had busted out a tanker in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... Полоска какая-то странная идет. Your mind, your soul. Горизонтальная. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her. You stop her. Ethan. Free my family. Please. Причем тут Зои? Как она тут оказалась? Че вообще, блядь, за трип наркоманский? Evelyn, stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt. Don't you dare. So what? You're not my mom. Remember? Она ее опять что ли заразила? I won't be able to resist for much longer. Бля. No. Now go kill that little bitch. No. No. Mia! No! Прикол. Okay, you little bitch. Where the fuck are you? Where the fuck are you? Маленькая сучка.
Это маленькая сучка Света. Все, с корабля вышел. Мне кажется, сейчас финал уже будет. У меня такое ощущение. У меня оружия ни хрена нету, но... Геном этот или что там? Образцы ткани. Это уже Крис летит, что ли? У Криса, кстати, да, у него там прям прямое продолжение. Сюжета вот этого. Вроде в конце главный герой с ним встретится. Блять, куда я уже зашел, какая-то вышка? Что скажешь, Свет? Твои мысли по данной ситуации. Блять, всего ожидал, но не этого. Соляная шахта Аберкромби. 18 февраля 92-го. В шахте Паттерсона произошел обвал. Таун и Бекфорд погибли, а Хаксли на всю жизнь останется инвалидом. Старик Стэн был прав, грунт слишком нестабильный. 19 февраля. Компания не собирается присылать никого на замену. Вместо этого от нас требуется работать две смены. Жду не дождусь, когда вернусь в родные края. Ай. Что-то ручки замерзли. Вот и сундучок мой. Фотка вертолета. О. Перенеслись сюда. Блин, неужели мне дадут еще пострелять? Ебой. Еще и вещи Мии забрал. Фэк. That's red. Куда ж без ножек? Он всегда нужен. Дробовичок. О, в первый слот. Слушай, иглом я так и не пользовался. Что-то вообще и патронов нету нихуя. Пистолет. Какой сильнее, кстати, мне интересно. Ладно, тут, видимо, мощнее. И что мне взять в четвертый слот? Пулемет, наверное. Пожалуй, да. Теперь патроны. Пистолетные патроны. Раз. Усиленные. Два. Дробовик. Пулемет. Хилки. Три штуки. Древние монеты. Три штуки. Нарядный, я готов к битве.
Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Прилетели все-таки. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat. Shoot to kill. Меня искать будут? Ха? What? Shoot to kill. У меня есть там, кстати, эти психохуи, таблеточки. Я, пожалуй, возьму. Почему нет? Три штуки. Вот уже что-то вижу, что я пропустил. Чё, девочки, я готов хуярить. Эпоксидом заваливают. И вообще в целом офигеть, столько ресурсов дают различных. Но уже слотов нету. Сгущается. А, свет. Сгущается? Где фонарь-то? По шахту спускаюсь. Да. Я думаю, она в DLC как-то будет задействована, реально. Я думаю, это будет бред, если, типа, я намелькала там всю дорогу. И там какие-то отсылки были на то, что она там образец ели, типа того. И никак это в итоге не используют, да, ну нафиг. Верю в это. Плюс еще Лукас живой, я не знаю, его покажут, нет, или он тоже в DLC будет. Поганая практика, блядь.
когда ты игру расчленяешь на DLC. Я понимаю DLC как дополнение, если идет, но когда там какие-то незакрытые вещи остаются, прям в сценарии в основном. Блять! Я же остановился. Это было круто. Но магну просто по патрону дают. Короче, я его в финальном бою использую. Если он вообще там будет. Сейчас какой-нибудь кокблок. Все. Катсценка и конец игры. А, щит. Блять, я он дерёт. Ебать. Не пиздец, типа. Короче, в пизду этот пистолетик. Буду уничтожать их. Буду тупо сбеживать. Я себе выжил. Да, блядь, у меня ко всей игре такие вопросы, я говорю, знаешь. Откуда эти, блядь, бомбы все наделал самопальные на корабле? Тоже девочка, что ли? Я же просто какие-то игровые условности глупые. Два патрона, конечно, в обойме это не очень круто, но не дамажит пал больше, чем обычный. Почину ему. Still kicking, а? Автомат тоже там еле пердит, если честно. Мне кажется, так как во второй части им проще по ногам стрелять, чем там в башку пытаться убить.
Чекпоинт. Окей. А где натянуто-то? А, вижу. Блин, тут леску вообще не видать. В этих пещерах. Темно сильно. Попался. Неужели тут Лукас побывал, пиздюк? Сучий потрох. Это не сейф рум? Места нету. Блин, это грустно. Пятница, 16 января 2015. Ребята, благодаря вам меня уже неделя как не беспокоят странные мысли. Теперь все нормально. Она до сих пор думает, что провела меня. Вы уж постарайтесь исправить это недоразумение. Она ведь не только выглядит как милое дитя, но и глупая как дитя. Это кто пишет? Однако мама и папа пока в полной отключке. Любопытное. Это вы запрограммировали ей всю эту семейную одержимость. Результат, мягко говоря, хреновый. Это Лукас, что ли, пишет? Эта сука Мия до сих пор пребывает где-то между счастливой стороной Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной. Пришлось запереть ее в камере. Мне казалось, что Эвелина должна была разозлиться, ведь Мия ее любимица. Но ей вроде все равно. Вообще-то Эвелина... Иногда к ней наведывается, думает Мия ее мамочка. В общем, хреновое у вас получается биологическое оружие. Это через год. Семейная одержимость Эвелины выходит из-под контроля. Она заставляет всех похищать все больше и больше бедолаг, чтобы добавить свою семью уродов. Может, ей надоело, потому что Мия к ней не вернулась, но меня все же порядком достало, ведь именно мне приходится почищать дерьмо, которое появляется. Когда появляется кто-то новый. Лол. Кстати, Эви вроде не здоровится, кожа у нее становится все более морщинистой, волосы седеют, так и должно быть. Она как будто внезапно постарела. Блин, слушай, может, бабка это и есть Эвелина? На самом деле. А то, что мы видим, ну, здесь мелкую ее показывали, это глюки типа были. Который она насылает. Тогда это логично все. В принципе, ее появление в виде папки и исчезновения резкие. Это Лукас здесь мины наставил. В данном отчете описаны симптомы заражения человека бактерией, обитающей в объектах серии Е. Хотя стоп, ну вот бабка она типа... На ней же там было написано Е001 или Е003, я уж не помню. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с документом, прежде чем работать с боевыми агентами серии Е. Далее именуемые как плесень. Первоначальное заражение. Плесень питается веществами из зараженного хозяина и растет, постепенно захватывая все клетки. Один из побочных эффектов – чрезвычайно высокие регенеративные способности. В ходе экспериментов мы ампутировали у подопытных руки и ноги. Ему удавалось за считанные минуты переживать им, приживить ампутированные конечности обратно. Промежуточная стадия. Когда плесень достигает мозга, мысли субъекта синхронизируются с мыслями агента серии Е. Субъект начинает слышать голоса и испытывать галлюцинации. Вскоре он попадает под полный контроль агента серии Е.
Если не остановить процесс, субъект полностью теряет свою я. Блять, сука, это бабка по любасу. Этот и есть агент серии Е, который этими всеми зомбими управляет в таком случае. Блин, мне прям интересно, как в итоге, чем чё окажется. Последняя стадия. После того, как плесень распространится на все клетки организма, субъект начинает терять человеческий облик. Физические изменения разнятся от случая к случаю, но в результате субъект приобретает огромную физическую силу. Сдержать субъект, достигший этой стадии, чрезвычайно трудно. Некротоксин Е. Испытание для подбора дозы серии Е. 10 минут после введения дозы смерть. 5 минут после введения дозы рвота. 12 минут после введения дозы кальцификация клеток. Ух, много читать. Данный проект был инициирован в 2000 году в качестве одной из концепций инициативы РТПСП, экспериментальная разработка типа тактическое преимущество следующего поколения в сотрудничестве с организацией HCF. Основной целью было создание биоружия для массового уничтожения врага без прямого контакта. Впоследствии инициатива РТПСП была свергнута. А все наработки были переданы в данный проект. Отличительной особенностью данного проекта является способность обращать врага в союзника, преображение враждебных элементов в добровольных помощников. Таким образом снижаются не только расходы на содержание военнопленных, но и само поведение боя. Проведение боя. Неудивительно, что такие организации, как Вырезано и даже Вырезано, стремятся принять в этих разработках участие. Я думаю, там, где три буквы, это ООН. Не знаю. Данный проект не состоялся бы без открытия в т-т-т-т-т-т. Чрезвычайно развитого грибка, замещающий эволюции. Чаще всего для него используется термин мутагриб. Приоритетным методом производства было добавление генома мутагриба к человеческому эмбриону. Видимо, так накануне перехода к стадии 4 и культивирования контролируемой среды в период от 38 до 40 дней. Видимо, так и появилась эта Ева, и там добавили в яйцеклетку, в эмбрион, то есть мутаген она такой родилась уже. Полученные организмы в дальнейшем обозначались как потенциально подходящие особи. Они ранжированы по степени полезности от неудачных и бесполезных результатов серии АД до безупречной серии Е. Для биологического оружия была выбрана стандартная внешность, а именно 10-летняя девочка. Такой выбор обличает смешение с городской популяцией и беженцами. Первая особь серии Е по имени Эвелина. Так она серия Е. Обладает способностью выделять, ну, значит, бабка она и есть, выделять мутагриб из своей ткани по собственной воле. Необходимо также отметить, что мутагриб Эвелины обладает способностью подчинять себе тело и разум особи хозяина. А, она не серия D, она серия E. Серии D это, типа, бесполезные результаты. Из них мы делали сыворотку против серии E. Тогда понятно, значит, это бабка реально Эвелина. Так, необходимо также отметить, что мотогрипп Эвелина обладает способностью подчинять себе тело и разум особи хозяина. О механизме данного контроля со стороны Эвелина нам еще много предстоит узнать, однако уже существует рабочая теория о том, что вектор действия подобен самоиндуктивным феромонам, используемым для дистанционного взаимодействия между бактериями псевдомонадами. Эвелина достигает контроля в нескольких разделенных этапов, первым из которых является галлюцинация. Раздельных этапов, первым из которых является галлюцинация. Почти незамедлительно после заражения субъекта начинает посещать видение Эвелины, хотя на самом деле ее рядом нет. Слышать ее голос не... Вот оно, блядь! Видимо, я не понял. Так...
Мия была на корабле зараженной, что ли, опять? Я не понял. Если она видела Еву, значит, ее и не исцелила, что ли, сыворотка-то? Или ее как-то опять там успели подзаразить в процессе? Либо сыворотка просто сдерживала как-то на время, а потом опять свое взяла. Ну, в общем, понятно. То есть маленькая пиздючка — это не Эвелина, которая сейчас. Это галлюцинации, которые Эвелина на самом деле насылает. А настоящая Эвелина — это эта старая бабка, которую мы в доме видим. Расспросы субъектов, находящихся на ранних стадиях заражения, показали, что первое время фантом Эвелины кажется обычной маленькой девочкой, жаждущей дружбы или помощи. Однако со временем она становится все более агрессивной и требовательной. Она приказывает субъекту наносить себе увечья или нападать на окружающих. Психический шок, испытываемый субъектами совершенного, позволяет Эвелине обрушить их естественные ментальные барьеры и начать психологическую обработку. Ко времени достижения полного ментального контроля мутагрибковая инфекция поражает все клетки организма и тела. Вырезано. Сейчас приду. Теперь понять надо, почему Итан не попал под ее воздействие. Он типа как Джейк, что ли, из шестерки, у него там какие-то антитела есть или что, которые не позволяют этой плесени контроль захватить. Ну, наверное, скажут об этом потом. Ты тут вообще? Ку-ку. Эвелина также способна формировать организмы из мицелия, то есть грибкового волокна. В данном случае термин «организма» не точен. Строго говоря, это сверхорганизмы, полностью состоящие из бесконечного мицелия. Однако важно отметить, что этим производным организмам свойственен мощный инстинкт самосохранения. Они яростно защищаются при малейшем намеке на угрозу. Свойственно этим грибам плотность и сила придает им потенциальную ценность на поле боя. Исследователи называют эти сверхорганизмы плесневиками. Они состоят из плесени, а также это название созвучно слову «боевики». Есть в целом наименование некая выдумка. Есть в этом наименовании некая выдумка. Для лечения случайных заражений была разработана уникальная грибковая сыворотка, получаемая путем неких образцов ткани Эвелины. Применение сыворотки на зараженном субъекте приводит к кальцификации мицелия, однако в случае, когда клетки субъекта обширно поражены, применение сыворотки приводит к летальному исходу. Так и помер тогда этот Дим Юрич в последнем босс-файте. В силу того, что временной промежуток, подходящий для лечения, так мал, основным применением сыворотки является скорее устранение зараженных субъектов, нежели их исцеление. При исследовании свойств сыворотки мы обнаружили, что подвергание ее влиянию чего-то там усиливает эффект до крайней степени. Таким образом, был открыт состав, который мы теперь знаем под названием микротоксин Е, даже в малых дозах. Крайне любопытно было наблюдать в поведении Эвелины такое явление, как одержимость идеи семьи. Во время экспериментов было обнаружено множество случаев, когда зараженные субъекты были вынуждены играть роль ее отца или матери, относясь к ней как к родному ребенку. Почему для получения ментального контроля она выбрала эту тему именно? С одной стороны, это кажется случайным выбором. Возможно, она инстинктивно осознает, что семейная ячейка лучше подходит для успешного внедрения в социальные группы, нежели одинокая девочка. С другой стороны, кто-нибудь сентиментальный может предположить, что она пытается компенсировать четко осознаваемую нехватку любви в процессе своего взросления в карантине. Ей не хватает родительской любви. Acquired.
Некротоксин Е разрушает клетки объектов, созданных на основе модели биологического оружия серии Е. Использует только для уничтожения объектов серии Е. Перед употреблением токсин необходимо стимулировать. Для этого поместите в контейнер с нейротоксином образец клеток серии Е. Так Зои заразная, вроде тоже. Ну, вообще про Зои там, я так понял, DLC есть какое-то. И там про нее вроде как расскажут, потому что, по сути, про нее нихера не известно здесь. Надо в бабку будет воткнуть это. Все еще не могу понять, как бабка там телепортировалась. Превращалась, что ли, в плесени. Ну, да. Может, ее просто позже заразили или что, я не знаю. Мия тоже большую часть времени нормальной была там, буквально. Пару раз всего нападала. Сейчас битва будет, я так понимаю. Бабка-грибок. Это новая фраза. Дети плесени и бабка-грибок. Бабка-грибок. Нож можно убирать, возьму Magnum. Маг. Патроны есть для него. Бабка-грибок. Ну эта хрень должна расщеплять, насколько я понимаю. Гранатомет можешь взять. Вместо автомата. Хотя нахер. Патронов много в автомате, ладно. Разберемся. Грибок и дети плесени звучит как какая-то книжка, название книги. Или сказка даже. Блин, видимо, это еще не все. Придется пострелять по пацанам. Помнишь, как бабка в доме пела эту песню? Теперь девка поет в своих глюках. Son, where'd you get this? You
Блять, эти уебаны. Они дохнут быстро, но коцают сильно. Эти. Just got bamboozled. Holy Jesus. Фарес? Фарес! Ебать, это два мистера жирных! Причем один здоровый какой-то. Это один маленький, что ли, а другой большой, это бабка с сыном. Каждый раз. Stupid me. На свои болевые. Не в этот раз, малыш. Арену, блять, организовали тут. Рампы какие-то. Нахер все это надо. Вопрос, нахера мне эта карта? Я так понял, это конец уже, типа? Знакомый стульчик, Светлана. Sure of it. А?
It's not here. It's gone. It's gone! Wait a second. Это же в начале игры было, по-моему. Так я пришел назад. Да? Нет? Да гостевой домик, реально. Это там, где все началось. Е-001. Да? Я был прав. Что бабка-то как-то замешана. Это никакой не кот, чего-то там. Бля, то есть шахты прям в дом тебя вели. Офигеть. Вот это я понимаю, левел дизайн. На уровне Dark Souls. Чё плачешь-то? Айзика поставила плачущего. Сейчас уже, конечно, по-другому этот дом воспринимаю. Уже так не пугает. Сейчас еще про Итана какой-то ревелейшн будет наверняка. Что он тоже какой-то пацан. Особый. С ней драться, что ли? А где сейф? It's fucking gone. Видите, она уже кукуха едет. I'm not playing. No! Get that away from me! Поранил или нет, я понять не могу. Крови нету. Это глюки все. Фак! Она уже ничего не может мне сделать, только насылать на меня воспоминания. Жертву.
Жалкие попытки меня остановить. Магия началась! Реально, блядь! Блокировать надо. Это значит, я в глюках. Как я и сказал. Блять, это что, Resident 2, что ли? Чё за прикол? Такой же финальный босс, блин, с башкой, которая на тебя идёт. Охуенно. Должен был ее убить, что за хрень? Солдат. Ебать. Вот это чудо. Прям глаз ей. Высоко поднялась, блин. Нифига, она меня отмутохала. Сигнальная ракета, что ли? Ну и там крутой, чем скажешь.
На рассвете как раз с ней расправился. Думаю, с Лукасом будет Крис разбираться в итоге. Такое у меня ощущение. Уже не такая рама, как в 6 и 5 частях. I'm Redfield. I'm glad we found you. The fuck took you guys so long? So long. Он так про Итана ничего и не скажет, видимо. Кто он такой? Почему такой крутой? Почему на него не действует? Ethan? О, живая, что ли? Mia. You made it. I'm glad. Did I? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Mia and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. Huh? But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. Umbrella? I had just come to terms with losing Mia. Крис на Umbrella работает. Now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Бля, какая-то новая Umbrella. Maybe this is where the next door opens. Don't get it? Don't get it? Ой, вопросов слишком много осталось после прохождения. Блин, в наушниках сейчас такая странная, это слышно. Вот этот вот момент именно. Будто где-то у тебя там сзади черепа звучит голос. Yeah.
балдеж. Да, это было охуенно. Девять часов всего с гаком. Ни хрена себе, половину только уничтожил этих кукол. А где они еще там были? Папки не все нашел, хотя вроде все читал. За Криса доступно только DLC, и все эти две закрыты. Набор тут историй про людей, которые попадали в дом к Бейкерам, и вот про Зои, видимо, что-то и про Чака Норриса, этого брата Джека. Видимо, Зои там кукухой поедет, ее убить надо будет. Да. Фух, блин, ну, это были охуенные 8 часов. Ладно тогда, чё, отключаюсь, наверное, раз такое дело. В следующий раз уже в DLC буду играть про Криса. Угу, угу. Отключаюсь.